Главный военный прокурор Анатолий Матиос прошел детектор лжи. Проверку ему и сотрудникам военной прокуратуры устроила СБУ по стандартам спецслужб-партнеров. В Генпрокуратуре объясняют, опрос на полиграфе проводили ради избежания коррупционных рисков при расследовании уголовных дел. Выясняли также, не связаны ли сотрудники с преступной организацией бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, которая нанесла государству ущерб на сумму 96 миллиардов гривен. Однако, по сведениям СБУ, в результате проверки на полиграфе нарушений со стороны военных прокуроров не установили.